Всем привет! С вами Кика Ким и Алиша. Алиша Куне. Аплодисменты! Итак, сегодня у нас с вами мукбанг. И не простой мукбанг, он такой загадочный. Чуть попозже вы узнаете, что же здесь находится, потому что я сама ничего не видела. Алиша тоже ничего не видела. И так это будет у нас сюрприз. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на канал, нажимайте на вот эту вот красненькую кнопочку подписаться. Добавляйтесь в друзья, ведь нас скоро миллион. Ура! Скоро миллион, капец, не веришь, представляешь, миллион. А эмоционально можно, Алиша? Я просто не знала, что мне сказать. Ну ладно, как выразить свои эмоции. Спасибо. Итак, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои другие социальные сети, потому что я очень и очень вас там жду. И также подписывайтесь на нашу прекрасную, грациозную, помрачительную, невероятную кошечку Алишу Конную. Подписываемся, подписываемся. Ну что ж, начинаем. Давай начинать про. Да, давай. Ну ладно, сейчас магическим образом вот это все возьмет так. И красиво расположится на нашем прекрасненьком столе. Давай на счет три. Раз, два, три. Вау! Смотрите, сколько всего. Как вы поняли, сегодня мы кушаем азиатскую еду, азиатские сладости, такие японские. Не знаю, мне кажется, будет вкусно. Так что давайте начнем. Может, с этого? С чего-нибудь? Да, вот это. Они так вкусно пахнут. Я хочу вас. Я хочу желтого. Давай. Как в школе. Прикольно. Кисло. Вкусно пахнет. Как мармелад. Ненавижу мармелад. Ты что-то медленно. Ну как она прилипает? Ты все съешь? Mm-hmm. Ну ладно, давай.
Лайфхак. Чем? Зубом. Нижний об верхний. Нет. Что это такое выходит? Фу. Это как какое-то... Я не знаю даже, как... Не хочется. Честно. Почему так кисло?
Почему у меня тоже? А такое было? Нет, ни разу. Только с тобой. Ну, теперь можно переходить к обычному голосу. Все. Шепотом не шептать. Ну что ж, ребят, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Сладости были какие-то вкусненькие, какие-то не очень. Но мне кажется, это от того, что мы к ним больше не привыкли. Потому что это же все-таки азиатские сладости. Но надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте свои эмоции. Кого пригласить следующий или, может быть, пригласить еще раз Алишу. Итак, если будет 300 тысяч лайков, устраивает? То мы пригласим Алишу и будем кушать с ней острую еду, которую она так не любит. Да, Алиша? Пожалуйста, нет, не ставьте лайки. Точнее, ставьте, но 299. Ну вот, надеюсь, вам понравилось. Так что подписывайтесь на вот этот вот YouTube. Подписываемся на другие мои социальные странички. И также подписываемся на нашу Алишу. Вот, спасибо, что пришла. Надеюсь, что тебе понравилось. Спасибо, что пригласила. Мне было вкусно. Милашки какашки. Ну ладно. Всем пока-пока. Пока.